Рецепт быстрого, вкусного и полезного блюда киш без теста, который заценит вся семья. Отвариваем брокколи минут 10-15. Пока варится брокколи, берем 5 яиц, разбиваем их в тарелку, взбиваем до однородной консистенции. Добавляем пару ложек сливок 10-15% жирности, приправу и соль по вкусу. Я использую в рецепте уже готовый лосось с прованскими травами и лимоном, но вы можете отварить, запечь или потушить сырой лосось примерно 10 минут до полуготовности. Лосось разбираем руками на кусочки, брокколи тоже измельчаем, выкладываем брокколи, лосось на сковородку, равномерно распределяем и заливаем яичной смесью. Накрываем крышкой и оставляем на среднем огне на 7-9 минут. За несколько минут до готовности посыпаем сыром и вновь под крышку. Через несколько минут наслаждаемся вкуснейшим кишем, который можно есть как горячим, так и холодным. Это блюдо содержит большое количество белка и клетчатки, богато омега-3 и 6, витаминами А, Е, Д, С. Мега польза за 20 минут.